Привет всем любителям баскетбола. Мы с вами в Красноярске, где сегодня местный Енисей будет принимать московский ЦСКА. Кулагин в углу против Ухова. Все же пошел в лицевую. Там подстраховка в лице Боломбоя, но она абсолютно не испугала Михаила Кулагина. Кэрон Джонсон не забивает, но Дайус Бэттл. Хэкет на исходе владения с разворота. И контратака Енисея заканчивается данком Лейтона Хэммонса. Хоменко не стал бросать с дистанции, пошел в проход. И Джоэл Боломбой. Какой красивый путбэк. Хоменко наверху. И какая скидка на Джоэла Боломбоя. Проходит. Боломбой забивает с фолу. Якушин. Якушин. Но тут Ухов. Ухов исправляется. И быстрые атаки. Йоханнес Фокман забивает сверху. Сократить разницу. Либо же армейцы. Воу! Джоэл Боломбой. Сколько данков уже он нам сегодня подарил. Боломбой еще один хайлайт нам дарит. Хэкет. Обидная потеря. И Тайус Бэттл на перехвате. Какой яркий момент. И 80-91 армейцы побеждают.